Доброго всем времени суток, с вами Тексер, продолжаем играть в Train Station Renovation. Музыка тут не из игры, поэтому Ютубу можно не опасаться. Чистобурый слышу. Что за название? Тожице! Пипец. На что мне деньги? Не знаю. Погнали. Такое себе тожице. Почините железнодорожную станцию, наденьте защитный костюм, откройте, утилизируйте, оборудуйте. Ну, все то же самое. Наденьте защитный костюм. Странно все это, ну ладно. Наденем. Игра, что ты тормозишь? Все? Загрузилось? Да, загрузилось. А это что? А это что? Ладно. А, это утилизация, да. Так, я в костюме. Откройте. Ну, пойдем откроем подсобное помещение. Ух, тут вот мутанты сидели, жрали. Открыли. Утилизируйте тактичный бой. Ща, утилизируем. Я так понимаю, у меня в пункт приема ее не возьмут, эту бочку, да? Как тебя бросить-то? О, снял. Да. Лежи пока. Так. Бочки. Смотрим самое главное скопление бочек. Ну, я думаю, здесь. Утилизировать. Куда я их утилизирую? У меня есть утилизировалка. Давайте посмотрим. Есть? Ну-ка. По-моему, я их не утилизирую. А как их утилизировать? Руками. Поднять. Куда мне их утилизировать? Да, черт возьми, могли написать. Непонятно. Может, вот в это? Нет. А, вот сюда. Да? Да. Все, понятно. Они тут все не поместятся, или их вывозят. Странно. Или декоративная фигня была. В общем, не знаю, куда их утилизировать. Буду туда носить. Хорошая станция, да, что-то происходило интересно. Но по логике вроде сюда. Потому что, а куда их еще? Туда? В цистерну? У меня проценты не идут. Вот это странно. Прогресс не идет. Может, типа задание это такое? Ну, как задание выполнил, все, прогресс прошел. Может, мне нужно их опрыскивать, чтобы они не фанили? Ну, это как хорошо тут складываю, чтобы они там дальше воняли. Какие-то шкафы на улице стоят. Непонятно. Это пока. Кручу ее, чтобы ставить. Ну, мне кажется, туда их. Контейнер у меня смешанный, в контейнере он не продается. В раздельном я что-то сомневаюсь, что что-то такое будет.
Я могу, конечно, купить раздельный контейнер. Потому что мне все равно нужен. Но... сомневаюсь. Давайте я куплю туда раздельный контейнер на этот, на перрон. Потому что, ну, все равно мне все туда складывать. Может, в нем появится отсек для бочек. Так, теперь ты туда, да? Нет. Он стандартный. Так. Я попробую в железо бросить. Ну, бочки туда, мягко говоря, не лезут. Куда утилизировать, хрен его знает. Да, вы, возможно, сейчас слышите человека-соседа, который что-то сверлит. Я это 9 мая записываю. 9 мая самое то посверлить. Странные люди. Ну, карантин, все дела. Так, ой, там еще есть. Все равно дома с ламинями сидишь. Не. Надо посверлить именно сегодня. Какую-нибудь зону бы огородили, чтобы было понятно, что я хоть там ставлю, не там. Ладно. Потому что опрыскиватель вроде нет этого. Чё, еще где-то есть? Да, есть. Угу. Руки. Поехали. Блин, если не засчитается, представляете, мне всю эту отсюда куда-то еще таскать. Засчитается, я их взять не могу. Засчитается. Все хорошо. Ну, тут радует. Угадал. Значит, это является официальным складом. Хорошо. А какой можно было бы тут сделать дизайн у станции радиоактивной? Но нет. Мы не дизайнеры. Мы джамшуты. Так. Где еще он еще? Я даже теряюсь в загадках. Что должно было происходить на станции, чтобы она была заставлена вот такой сраней? Эй, не укатывайся. Но все равно защита. Так. Я хочу вертикально поднять. Ага. Чтобы ставить сверху. Пум, не падай. Тут вроде ничего экстраординарного, кроме вот этой радиации, нет. Я надеюсь, она уберется, когда я тут все поставлю. Бочки есть? Бочек нет. Где еще может быть? Ладно. В сортире не нагажено? Не нагажено. В этом тоже все хорошо. Пойдем подсобное помещение посмотрим, что меня пока не засчитали больше. Ну да, конечно. Две еще. Тик. Не падай. Не надо. Ладно, падай. 12% есть за что-то. Ну, видимо, потому что я там двери менял. Интересно, а я уже могу костюм снимать? Хотя могу, конечно, в нем бегать, он мне не мешает. Видимо, такая станция, что лучше не вылезать с него. Последний похож.
А может, я где-то пропустил? Есть. А уберете? Ну зачем? Удалить токсичные пятна. Пошли. Красить. Хорошо написано красить. Так я крашу или пятна удаляю? Ладно. Но поведу краску. Так, тут нету токсичных пятен. Тут тоже нету, в комнатах не было. Тут не было. А тут. Или костюм автоматом снимется. Пятна тоже считаются заданием, то есть очки пойдут, когда я закончу. Тут деньги не нужны, вот странно. Они сделали, что деньги не нужны. Я их, конечно, зарабатываю. На что их трачу? Я их трачу на контейнеры. Оборудование себе покупаю за какие-то очки странные. Так, где еще? Угу. Интересно, цистерну надо дезактивировать или пофиг? Они будут украшать пейзаж. Они еще и тут. Зеленку налили. Угу. Не, цистерны пофигу. Просто они что-то так останутся на станции? Было бы странно. Ну давай же пропади. Все. Выполнено. Все задания выполнены. Пшикалку сдаем. Я бы костюм еще снял, но я не знаю, как это делается. Я пшикалку-то чисто через этот. Снимаю через вызов планшета. Ну что, погнали мусор собирать. Мы еще тут рельсы полировать будем, видите? Рельсы страшные. А, нет. Так. Топор. Мелочок будет собирать, конечно. Ух. Гвоздодером хорошо. Гвоздодером. Поднять черта с два, да? А что топором я не могу разобрать, я бы разломал. Ну, короче, подбираем миски, ломаем все, что можно. Вот так вот. Не могу все демонтировать. Вот неудобно, что демонтировать можно только гвоздодером. Топором вроде как нельзя. Окно не могу, да? Не могу. То есть сначала пройтись с топором, потом с гвоздодером. Не айс. Так, швабра. Ну, хоть ящик. Тоже хорошо. Вот такой угол загаженный. Хорошо. Блин, у меня что, ни одного еще мешка нету? Я даю. Ну так, по мелочи. Ничего. Созданием покончено, я так понимаю. Вот, первый мешок пошел. Ну, бутылек хотя бы. Заберу. Все равно потом буду ходить и искать, что я пропустил. Бутылки. Хоть это ломается. Так, тут. Наверняка за ними лежит что-то, да? Не, странно. Так, здание и вокруг здания готово. Эй, бычков набросали.
Типа спрятали. Такое щелканье мыши. На все на это. Так. Здание вокруг здания готово. Подсобка. Подсобка готова. Перрон. Давайте с дальнего края прям пойдем. Ага, колеса точно. И наверняка вот там за стернами тоже что-то лежит. Так, мелочь, мелочь. Блин, просто задером по всему этому ходить. Так. По крышке вот топор, да. Помогает. Что вручную их носить неохота. Так, чё, всё? Тут всё. Тут ещё мусора немножко. Ну, тут чисто газеток накидали. Главное, что не бутылок, потому что мешок отсюда нести неохота. Всё, есть. А, вот ещё. Вот теперь точно всё. Так, гвоздодёр. Погнали. А вот тут я сейчас мешков-то наберу. Всё? Хрень, не могу. Всё просто вынести надо будет. Так, ну паутину я зафигачу. А, доски сначала. Сколько надо снаружи, значит? Ага. Поднять и унести, согласен. Поменяли. Поднять и унести. Так, внутри я еще не шуршал. Ну что, сломать-то не могу. Я лучше это в мешке нес. Чем вот так вот, руками. Тут ничего. Ну это уже привычно. Такое делать, привычно делать. Вот, звезда. Награда разблокирована. Следующая станция разблокирована, так понимаю. Так, зайдем. Зайдем. Ну что, 4000. Мне ваши 4000 пустить не на что. Почему надо в игре делать деньги, которые не нужны? Мне этого не понять. Почищено. Ловные ёршики. Да, есть. Зал. Автомат пень. Скамейки тоже. Так, осмотрюсь хозяйским взглядом. Мы окна все зафигачили. Клазеть окон не бывает. Во втором клазете тоже все. Туда, надеюсь, не надо лазить. Все, тут, значит. А, поднять, понятно. А вот тут топор, ну. Пустил я табуретку. Так, все. А, дверь. Че, вот такая дверь будет? Серьезно? О, окно. С той стороны. Такая бодранная дверь будет? Или мне ее как-то надо будет по-хитрому шкурить, там что-то такое. Ну, вид страшный. Так, тут все.
Ну, это потом. Хотя... Да не, релиз потом. Угу. Так, скамеечки, все. Тут что-то ломать ничего не надо. Ну что, по рельсам, по шпалам пройтись? Рельс пока нет. По шпалам давайте пройдем. Ну так, довольно простенько все. А рельс мне полировать потом шкурки, я так понимаю. Да, мы следующую звезду получили. Да, блин. Профи, профи. Ржавый цистерн мне выдали для настольной железной дороги. Так, тут что будет? Тут не будет. Новый год. О, я могу прыгать. Во многих играх персонаж лишён этого. Так, все. С гвоздодёром все. Ну что, начинаем носить. Тут что-нибудь есть? Мусорка. Пошли. Погнали. Я думаю, одним контейнером обойдусь, как-нибудь занесу я в него. Да, бабки пошли, все нормально. Ну, давайте мусорками его. Проблема в том... Это не проблема. За 200 денег я его очищаю. То есть, для меня денег стоит. То есть, я туда кидаю. У меня идут деньги. А очищаю я, с меня списывается. Заразы. Так, смешанный мусор. Вот так, для черных мешков. А металлолом. Хорошая песня. Новогодняя, мне очень нравится. Как-то вот тут вариаций что делать мало. Хотел бы какого-то разнообразия, с другой стороны, какое в уборке разнообразие. Так, все, контейнеры окупились. Что-то я хаотично начал носить, да? То оттуда, ладно, я думаю. Не потеряюсь. Катка. Вот что вот это? Я думаю, это в общий мусор. Потому что черт его знает, куда его там пихать. А, слушайте, когда поднимал, надо было смотреть, вот справа там написано. Че я таскаю? Так. Ну что, со зданием все, туда-сюда ношусь. Че по времени, 23 минуты уже. Ну, тут быстро не получается. Такая игра медитативная. Но растягивать на две серии я даже не знаю, стоит, не стоит. Потому что, ну, я большую часть уже сделал. Не так много осталось. Сейчас вот здание вынесу и с мусором покончу. И уже можно швабры махать. Газетка. На полу не видно, блин. Так, это пластик, да. Он справа рисуется, так что можно было в раздельный мусор создавать, наверное. Ту катку тоже. Фляжки. Черных мешков много. Не засчиталось? Смотрите. А?
Ладно. Очистить. Провалилось 250. Нормально, пусто. Провалилось. Ты что-то кинул, а деньги не пришли. Даже граффити нет, что-то я тут сейчас обратил внимание. Всех мутантов пожрали. Ну, хоть что-то придумали. Вообще, вот так придумать, сколько там, 8 станций. Для такой игры придумать 8 станций, да чтобы все разное было. Кто подкидывает мне мусор, когда я ухожу? Его же не было на полу. Не, серьезно, его же не было. Непонятно, ну ладно. Каждый раз прихожу и нахожу газету. Обалдеть. Такое впечатление, что я выхожу, а там кто-то гнусно ухмыляясь и кладет газетку. Нет уже больше, да? Ну вот нету. Тут нету. Потом буду один окурок на пёстром полу искать, да? Так, на вокзале мешок последним был. Перрон. Там нету. Блин, что ж такое пёстрое-то? Это реально газетка не видно будет. Ну что, немножко осталось. Три мешка и мусорка. И швабру в руки. Уже пристойный вид, конечно. Ну, наверное, да, такое сдавать не стоит. Ну, вот... Здание неплохое. О, плющ. И что, я вот это вот понесу отдельно? Серьезно? Блин, камень самым противным, что ты берешь его небольшой такой тач. Самое, видимо, топовое будет убрать станцию, засыпнуть щебнем. Ну, не щебнем, ладно, кусками вот такими камнями. А я, по-моему, где-то еще такой камень видел, да? Валялся. Ой, ладно, сканер покажет. Ну, опять, мусорники я убирать не буду, мало ли что еще найду. Надеюсь, деревья не надо было фигачить никак. Вроде нет. Так. Ну, теоретически, вот то последнее. Засчитали. Молодца. Плющ. Начнем с плюща. Так, дом. Осмотр на предмет плюща. Потом забуду. Буду ходить искать. Так. Чисто. Но тут уже уверяют, что надо ставить скамейки. Тут паутина. Паутина это у нас швабра. Метла, метла. Ага. Давай по паутине тогда сейчас. Единственное, что здесь мыть, похоже, не надо.
Это удивительно, но это факт. Мыть тут, похоже, не надо ничего. Ну, возможно, нужно что-то более страшное, о чем я еще пока представления не имею. В подсобке посмотрим. Но. Ну что, я предлагаю встать посреди помещения, жахнуть сканером. Так, руки. Окно. Логично. И где-то мусор, который нужно поднять. Мусор, который нужно поднять. Два штука. Чё, в здании? Да ладно. Тут нету мусора, который нужно поднять. Померещилось? Он на улице, наверное, да? Но я мусор тут не вижу. Один мусорка, а вот он. Я же говорю, тут подкидывает, ходит. Два мусора. Блин, вот только на это посмотрите. Чертов пестрый пол. Тут лучше помыть надо, наверное. Не уверен. Ну нету здесь мусора. Вот тут можно. Рельс понятно. Мусор-то где? Может здесь? Да, вот он. Все, собрал. Рельс понятно. Пойдем в здание посмотрим. Чисто. То есть можно доставать блокнот, планшет и фигачить. Так, руки. Элементы ванной комнаты. Сортир относится? Нет, это ванная комната. А что еще тут? Только мойки. 3, 4, 5, 6. Это раковина, спасибо. Ну хоть деньги не теряются. Тогда понятно. Что у нас тут будет? Два унитаза. Не знаю. Блин, в кнопку не попадешь. Две хреновины. Две раковины и мусорник. И мусорник. Как-то так. Так. Да блин, Я колесико мыши пытаюсь повернуть. Она не колесиком мышь делается. Ну, оно криво ставится, ничем не могу помочь. Так. И, возможно, я погорячился с предметами, потому что... Ну да, у нас тут коммунизм, общежитие и все такое. Но... По месту бы все уместилось. Еще жрака. Ну, вот такой у нас очень общественный туалет, никто друг друга не стесняется. Все открыто и прозрачно. Как в экономике. Так. Готово. Готово. Тут. Это такое же. Так я и повторю так же. Два. Раз, два. Раз, два. Я 6 купил. 6. Две раковины. И мусорник. Зеленей давай. О,
стену. На стену. И раковины. Так. И вот так. Красота. Мусорничек. Готово? Готово. Так, что здесь? Здесь всего побольше. Ой, там что-то... Знаете, я вот таких скамеек куплю. 6 скамеек. Ну, эти бетонные. Так, еда и билеты. Еда. Билеты. Часов двое. И внутренние декорации. А, это фикусы. Какие-нибудь большие. О, какие. Пойдет. Казалось, что скамейка очень большая. Да, блин, ну что тут? Колесико мышь переключаешь. То, что не надо переключать. Так. Ну, будете тут стеночку сидеть. Тут как-то грит повернут. То есть вот так, оно стене неправильно, по-моему. Так, одна осталась, да? На скамеечке под окном. 7 кг. Мусорники при входе. Автомат. Раз автомат. Два автомата. Часы. Так. И вот так. Что тут у окна можно делать, я не знаю. А что можно? Фикус можно. Хопа. И новое в дизайне фикусы посреди комнаты. Наш маленький садик зовем мы это. Так, часы надо еще. Я одни только купил. А, трое часов? Какие-то из них не засчитались. Так, ну все, тут закончили, а тут еще комната. Что здесь у нас? Тут непонятно что. Ну, кабинет чей-то, видимо. Скамейки, стулья. Тут не скамейки, тут будут. Стулья, черт возьми. Стол для стул для начальника, стул для подчиненного. Мебель. Столы есть? Столы есть. Два, три мебели, да? Шкаф. Часы один штук. Стандартные. Электрооборудование. Так. Ну, рация и кофемашина. Внутренние декорации. Будут вам пальмы. 4-3 штук. Мусорник офисный. А есть. Да, блин, опять колесом кручу. Так, тут стол начальника, тут стол подчиненного. Ну, начальник стол странный. Его из кафе сперли. А подчиненный стол маленький. Блин, вот я загнул. Все, шкафчик вот там должен. Так будет. Над всем этим висят часы. У начальника будет рация. А у подчиненного кофемашина, чтобы варить начальнику кофе. Это начальник будет окружен двумя фикусами. А у подчиненного будет один фикус. Это такая фикусовая дифференциация. Вместо оранжевых штанов. Да, я знаю, что все хорошо.
Так, сюда. 6 мебелей, 1 мусорник. Ну, мы знаем, какие мебеля стоят в подсобке. В подсобке у нас стоят стеллажи. Ну, мусорник типовой. Чё, пойди поставь их, чтобы влезли, да? А, влезли. И мусорник у двери. Вот так. Тесненько. Ну, тут видим, что-то хранится. Здесь. Ага. Она отдельная. Так, давайте вот это отправим. Я могу убрать. Продать. А, держать надо, блин. Отлично. Так, скамейки, стулья, ну, короче, вокзальный набор, я понял. Мусорник бетонный. Как водятся часы, ну давайте другие. Табло отправления поездов, чуть какая. Сверху некуда, давайте вот такое. Такого еще не было. Так, скамеечки. Стоят. Видите, повернуто относительно здания. А следующий поворот настолько же вправо перекошен. Немножко. Забагован немножко. Так. Часы. А, нет, все нормально, боковые. Маленькие какие. Пум. Ничего не написано. Здесь. Тут поболее. 6. 2. Двое табло. А вот тут можно сверху поставить. И снова часы. Часов вариантов немного. 3 часов, что это такое? Я требую, чтобы много было вариантов. Вот. Повернуто, да? Следующий поворот вот так. Со станции немножко не связуха. Так. Мусор. И табло. А что, не вешается? О, как все плохо. Не, ну серьезно, вообще никуда. Я так надеялся. А куда ж ты вешаешься? Ладно. Табло. Концумер. Нет, а вот это. Простых. Да значит, простые будут. Тут. Ну и где-нибудь тут. Так, что осталось? Часы. Ну, часы вроде на палочке у нас. Блин, маленькие такие. Все? Там бочки дымят. А, рельсы, рельсы. Шлифовать. Угу, вручную. Не-не-не, шлифовать, а не планшет. Ну, можно в одном месте стоять шлифовать. Нормально. Дзинь. Я все равно буду сканер улучшать, а не эту штуку. 17%. Что-то мне тут не нравится. Процент рельс. Как-то вот. 90% мусора тоже чуть не радует. Я буду шлифовать отсюда до следующей станции, я так понимаю. Да? Да нет, тут вроде нормально все. Я вот четверть пока. Ну ладно, треть уже. Но как-то этого мало.
Полируем. процентов где-то столько рельсов не шлифованных. Не, серьезно, это все ржавые? А, не все ржавые, понятно. Тогда понятно. Почему мусор 90%? Я чувствую, меня не засчитают. Хотя 96% выполнения задания. А, понял, это просто мусор черными пакетами на 90% заполнен в кармане. Да-да, получается рельс последний. Пять, ну да. А, вот кусок еще. А как его пропустил? Я же оттуда ушел. Ладно. И вот этот последний. 92, последний. 197%. Ну, задание-то выполнено. 92%. Где-то есть шлифованные рельсы. Где? Нет, возможно, здесь шпала покоцанная. Ладно, чё гадать-то? Шо? Вот. 100% рельсов. Чё не так? Моя не понимать. Ага, понятно. Моя понимать. Ключ. Да. Ну ладно, чё, крутим. Радиоактивный вагон должен быть починен. Как такую фигню без сканера найдешь? Ну, по-моему, по виду не отличаются. Да, хреново, от хорошего не отличаются. Награда 10 звезд. Да, получено достижение Стима. Ну, сейчас их докручу и, видимо, все, и победа. Последняя, да? Нет, не последнее, смотрите, я чуть-чуть кручу. Что там вам не так? Следующее, наверное, да? Нет. А, сами колеса. Я что, так подсяду, что ли, под нее? Блин. О. Хрен подойдешь же. И вот там еще одна. И вот тут еще одна, да? Да. И, видимо, с той стороны тележки еще одна. А что не парами так странно? В прошлый раз тоже пара была. Колес, наверное. Ой, мне тут еще много, я чувствую. 99%. Просто починено на 92%. Ну? Для замены. Еще 5 штук для замены. ГИДЭ. С этой стороны. Надеюсь, колеса менять не надо. Колеса — это вообще одна деталь, если что. Раз под музыку так гаечным ключом. И тут осталось. Ну все, оно уже процент-то. Это отправу еще не надо. Уровень завершен. Я знаю, как его завершать, поэтому давайте я закручу. Все. Ну что ж,
Уровень на этом завершен. Ну, такое себе. Я бы еще траву повыдергал, на самом деле. Чего-то трава торчит, нафиг она нужна. Ну, тоже С. Кто это переводил, я не знаю. Мы сделали. Завершить. О, да. Совпало с переходом музыки. Здорово. Ну, цистерна по-прежнему светится. Контейнер не убрал. Ладно, он не засчитывается. Но в остальном все хорошо. Но общий вид не такой нарядный. То есть предыдущие мы когда делали, они прям нарядненькие такие были. Становились нарядными. А тут, ну, примерно то же самое. Ой, света добавили, типа, чтобы празднично выглядело. Да, а тут пятно. Ну, в целом, ладно. Ну, серенькая такая станция. Серенькая. Что там, эксперт по радиации? Так. А что на следующей станции? Ну, вот тут непонятно чего. О, слушайте, погодите. Это интересно. А, могу по старому? А, первая станция. На этой станции жил и заботился не старый дедушка. После его смерти ее разрушили. Починить электропитание, бла-бла-бла. Много денег, ладно. Сделать так, чтобы старый дедушка родился с вами. Приморская станция, это где вот граффити было красивое. Сосед управляющего станции завидует, что именно его выбрали за станцией. Он разрушил ее, разбросал мусор, разбил окна и повредил трубу, что привело к затоплению подвала. На стенах появляются дурацкие граффити. Блин, красивые граффити были на морской станции. Управляющий обратился к нам за помощью. После закрытия станции транспортная компания решила использовать это место для сохранения радиоактивных отходов. Конечно. В станции полно бочек с отходами. На станции стоит старая цистерна, из которой давно уже вытекает какая-то липкая масса. Две цистерны, если что. Само здание запущено, практически уничтожено. Но оно не было закрыто настолько долго, чтобы бездомные наркоманы могли показать свое присутствие. Там радиация, блин. А следующее, блин, сколько написано. Вокзал, который находится в небольшом городке от недавнего времени, странно, был закрыт в связи со строительством кольцевой дороги и новой транспортной развязки. Большая часть оборудования была вывезена, чтобы предотвратить его повреждения. Этой возможностью воспользовались местные ребята, которые в поисках местной игры решили взять территорию под свой контроль. Им удалось добраться до офиса, где хранился ключ от башни, и сделали там себе базу. Дети дали волю своей фантазии, и они решили перестроить это помещение, но только разрушили их. Теперь владелец станции хочет запустить снова. А на вид что там? Ну вот это с башни, да, странное. Я так понимаю, будет много мусора, много граффити. Ну что ж, господа, на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего и до новых встреч.